саженцы розы английской парковой Кристофер Марлоу, Кристофер Марлоу. Новинка, уже оцененная по достоинству ландшафтными дизайнерами. Это зимостойкое неприхотливое растение с мощными побегами, покрытыми темно-зеленой мелкой листвой. Цветки махровые, имеют диаметр 10 см. Главная особенность сорта Кристофер Марлоу, привлекающая садоводов всего мира, цвет лепестков, который меняется по мере распускания бутона. В начале раскрытия окраска бутона красно-оранжевая, но по мере распускания взору открывается лососево-желтая серединка цветка, а крайние лепестки постепенно розовеют. Роза английская парковая Кристофер Марлоу – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, газонов. Роза прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для обогащенных почв. По типу ствола роза английская парковая Кристофер Марлоу можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания розы прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает роза английская парковая Кристофер Марлоу в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Цветы имеют сильный аромат. Интересные цветы розы могут быть до 8-9 см. Как правило, на одном цветоносе размещается 3-5 цветков. Лист этого прекрасного растения по форме ланцетный. Обратите внимание, что роза английская парковая Кристофер Марлоу – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.